29 жилых домов во Владимире остались без тепла и горячей воды. Кроме того, в списке отключенных объектов 2 детских, 2 учебных и 2 медицинских учреждения, а также 37 административных зданий. В общей сложности без тепла находится более 800 человек. Причина отключения – ремонт на теплосетях на улице Луначарского в районе дома 22А. Работы с утра 18 января проводит владимирский филиал Т+. Как стало известно, проблемный участок трубопровода тепловики нашли совсем недавно, но дожидались потепления, чтобы провести ремонт и не заморозить людей. Завершить работы планируется к 9 утра 19 января. К проведению ремонта будут привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники. Компания Т+ предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально оперативно.